Anyway, и сегодня я снимаю новогодний хол, и у меня есть уже некоторые вещички, чтобы украсить свою комнату. Но сегодня я ее украшать не буду, а только вам их покажу. И давайте начнем. Итак, вот моя коробочка со всеми украшениями. И сейчас я вам все по очереди покажу. Итак, первое, что я вам покажу, это вот такой вот шарик. Обычно мы елку украшаем золотыми шариками, любыми разными ветками и цветами. Но в этом году мы решили добавить белых игрушек. Один из них вот такой вот шарик. Следующее, что это идут вот такие, вот такое вот украшение. Их две штуки. Они с перышками и жемчужинами. По-моему, тоже очень красивые. Так, и вот еще. Потом следующий шарик. Это я такой шарик купила. Внутри него белые перышки. И, по-моему, он очень красивый. Так, следующее. Это вот такая вот белая звезда. Она просто вся в блестках. И не знаю, снежинка это или звезда. Следующее. Это вот такая вот свечка. Я ее еще украсила блестками. И, по-моему, она очень вкусно пахнет. Также тут есть надпись черным. И свечка, по-моему, в очень необычной банке. Следующее, это вот такой вот ободок. На нем два Деда Мороза. И они вот так двигаются, когда потрясешь головой. Следующее, это Дед Мороз с магнитными руками и ногами. Он у меня уже давно, мы его давно купили, но все равно он мне очень нравится. Следующий, это вот такой подсвечник в виде Деда Мороза. Тут у него дырки в виде звездочек, чтобы туда вставить свечку, и они красиво смотрелись и горели. Ну и тут у меня стоит свечка, которую я вам уже показывала. Следующий, это вот такой вот носочек. Большой я решила не покупать, а решила купить небольшой. Он у меня с снеговиком. И висит вот здесь вот на шкафу. Следующее, это вот такая вот мягкая игрушка. По-моему, она очень милая. Ее тоже можно повесить на елку. И она очень мягкая. Это оленок, но есть еще и другие. Например, какие-то зайчики и другие мягкие игрушки. Итак, следующее. Это вот такой вот светильник. Он горит разными цветами, вот так вот, и включать его нужно сзади. Там были и девочки, и мальчики, но я решила купить вот такого вот медвежонка, одетого как Санта-Клаус. Следующее, это вот такой вот мини-шарик на мою елку. И, кстати, я проверяла, это очень подходит как диско-шарик, потому что смотрите, как он, например, отсвечивается на моей руке. Следующее. Это вот такая вот небольшая гирлянда в виде звездочек. Вот так вот. Батарейки мне в комплект не шли, но я их уже купила. И вот так вот ее включать. И вот так вот она горит. У нее только один вид горения. Это звездочки. А сзади меня находятся снежинки. И, кстати, батарейки, ну, абсолютно одинаковые. Это все украшения, которые я вам хотела показать на сегодня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всех люблю, целую и пока!